Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас боковая часть шеи. Правая боковая часть и левая боковая часть шеи. Контролируется точкой P3 тяньфу. То есть, как это понять? Контролируется. Ну, вот человек, допустим, вот, испытывает боль непонятную. Либо проснулся, вот у него належал голову, болит боковая часть шеи. Что можно? Тонизировать точку P3 тяньфу. Пожалуйста. При болях, травмах, ушибах, дискомфортах, растяжении, человек потянул, человек на сквозняке пересидел, человек, допустим, там, скажем так, лежал, и шея болит. Пожалуйста, данная точка P3 тяньфу вам в помощь. Данная точка тонизируется. Можно еще взять точки других меридианов. Да, можно. Каких? Меридианов желчного пузыря можно взять обязательно. Меридианы печени. Вот, меридианы тройного обогревателя, толстого кишечника, тонкого кишечника. Вот, пожалуйста, сколько у вас акупунктурных точек меридианов, которые можно сразу же, что отдаленные точки, которые расположены на верхних конечностях и на нижних конечностях, тонизировать. Тем самым вы поможете при всех расстройствах боковых частей шеи, правой и левой. Сюда также относится и кожный покров, и все различные высыпания на коже, и все различные длительные, хронические, скажем так, болезненные состояния данной области шеи. Так что данная точка тонизируется, и все точки, те, которых мы меридианом вам перечислили, тоже тонизируются. Спасибо за внимание.